Всем привет! Меня зовут Никита, и сегодня мы находимся в нашей гитарной штаб-квартире, находящейся по адресу город Москва, улица Правды, дом 7/9. И сегодня мы поговорим о Фендере, телекастере, выпущенном на 75-летие компании Fender. Но прежде чем говорить об этой гитаре, я попрошу тебя подписаться на наш канал Skiff Music, Skiff Music Live, поставить лайк этому видео и не забыть нажать на колокольчик. В 1946 году Леонид Крылов, также известный как Лео Фендер, основывает свою компанию, которая начинает выпуск первых серийных электрогитар. Прошло 75 лет, и специалисты из Fender решили как-то увековечить эту дату и создали целую линейку инструментов, приуроченных к этой красивой дате. Были выпущены стратокастеры, телекастеры, Precision Bass и Jazz Bass. Инструмент получил уникальную отделку. Здесь стоят звукосниматели, намотанные вручную специалистами из Fender Custom Shop. Гитара серийная, а звукосниматели как у Custom Shop. Звукосниматели разрабатывались индивидуально для каждой позиции, чтобы сохранить и приумножить это яркое, брызгающее, лязгающее, всеми узнаваемое звучание телекастера. Фурнитура здесь вся в золотом цвете, прекрасно гармонирующая с этим замечательным бёрстом. Колки также в золотом цвете, с перламутром, запирающие. Железно намертво держит строй, не позволяет гитаре расстраиваться от слова совсем. Гитара получила также несколько внешних особенностей, свидетельствующих о том, что она юбилейная. В частности, гравировка цифры 75 на некплейте и вот здесь, на голове грифа. Гитара украшена красивой двухцветной окраской. Это у нас Bourbon Burst. Поверх ясеня. Дека гитары изготовлена у нас из одного куска. Это отборный ясень, который ценят любители телекастеров за их искрящийся, яркий, но при этом достаточно плотный и густой низастый звук. Комфорт и удобство игры на инструменте обеспечивает нам гриф, обработанный вручную. То есть это у нас не штамповка. То есть он доводился мастером. У грифа слегка закругленные края, что добавляет нам немножко приятности в игре. Ничего не цепляется за руку. Максимально приятный и удобный гриф. Профиль грифа Deep Sea. Он тонкий и узкий у первого нулевого порожка. И немножко расширяется к верхним ладам, как бы упрощая нам игру каких-то соло или быстрых пассажей. Сочленение грифа и корпуса у нас традиционное, на болтах, но здесь мы имеем такой небольшой скос, который облегчает нам доступ к верхним ладам, если нам нужно сделать какие-то визжащие бенды, сделать какую-то пробежку. Нас ничего не будет обламывать, ничто не будет впиваться в руку. Здесь все очень аккуратно сделано. Очень похоже, как на Фендерах Professional 2, например. Там все выглядит примерно так же. Бридж у нас имеет струны сквозь корпус. Это помогает гитаре лучше резонировать, сохраняет больше обертонов, позволяет вашим нотам звучать чуть дольше. Седла на бридже у нас такие пулеобразные, скажем так. Одно седло держит две струны. Позволяет достаточно точно настроить мензуру, чтобы гитара строила у нас идеально по всему грифу. Этот телекастер был выпущен ограниченным тиражом. Целью создания этого инструмента было как приурочить памятную дату, сделать ее более запоминающейся. Гитар было выпущено достаточно мало. Создатели инструмента хотели сохранить традиционность в звучании, но добавили к этому немножко такого эксклюзива. И этот инструмент, выпущенный ограниченным тиражом, отдает дань уважения гитаре, которой все началось в 1946 году. Я советую этот телекастер как новичкам, так уже играющим людям, ну и, конечно же, коллекционерам, которые очень ценят и любят телекастеры, которых нет в коллекции никакой юбилейной гитары. Послушать эту гитару, а также многие другие, вы можете у нас в шоуруме, как в Москве на улице Правды, дом 7/9, так и в Самаре и в Питере. Мы можем привезти абсолютно любую гитару, потому что у нас есть собственный склад в США. Несмотря на нынешнюю политическую ситуацию в мире, мы привозим такие гитары систематически. Конечно же, они у нас перед продажей и отправкой до
получателя, проходят проверку в нашей гитарной мастерской. Гитара полностью отстраивается, если нужно поменять струны, мы их меняем. Если нужно отшлифовать, отполировать лады, мы это, конечно же, сделаем. Отстроим по мензуре гитару и дадим вам пожизненную гарантию на отстройку инструмента. То есть, если, допустим, вы захотите поменять строй, другую толщину струн попробовать, вы можете принести гитару к нам, мы все сделаем для вас бесплатно. Каждый месяц мы разыгрываем электрогитару. Для участия в конкурсе необходимо оформить заказ от 2000 рублей и быть доступным 15 числа каждого месяца для звонка. Если мы вам позвоним в этот день, значит, вероятно, именно вы стали счастливым обладателем электрогитары.